Приветствую всех любителей дзюдо, ленинградского дзюдо, петербургского дзюдо. Сегодня хочется подвести итоги уходящего спортивного года, и в частности направления ветеранского дзюдо. Мы сделали небольшой шаг вперед, но очень важный, очень нужный шаг вперед. Впервые в истории нашего города команда централизованно поехала и участвовала в чемпионате России, успешно отборолись, заняли призовые места. Конечно, прежде всего хочется поблагодарить тренерский состав в лице Андрея Шедловского и Романа Камалетдинова. Они провели большую работу, и тренировочную работу, и организационную работу. Все это произошло у нас благодаря участию с этого года в жизни петербургского дзюдо-ветеранского Сергея Владимировича Горягина. И вот таким вот у нас такой дружной компанией мы сделали шаг вперед. Не буду раскрывать всех секретов, но мы планируем в следующем году сделать еще один шаг вперед в организации, в проведении соревнований, тренировочных процессов, в экипировке команды и так далее, и так далее. Я думаю, что не будет никаких больших шагов, но все-таки Новый год должен принести какие-то новые успехи и в нашей совместной деятельности. Так что я вижу только позитив в том, что происходит. Благодарю всех сопричастных, желаю всем богатырского здоровья, делиться опытом, знаниями и друг с другом, и с подрастающим поколением. А я, как руководитель федерации, и те люди, которые рядом со мной, мы будем всячески помогать и поддерживать это. Всех с Новым годом, до новых успешных встреч в следующем году.